На следующую информацию просим обратить особое внимание всех жителей района. Славянская центральная районная больница закрыта на карантин. В связи с предписанием главного государственного санитарного врача по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам на период с 19 июля по 1 августа в Славянской ЦРБ закрыты на прием с обсервацией пациентов и сотрудников все стационарные отделения, кроме педиатрического. Амбулаторно-поликлинические структурные подразделения районной больницы, поликлиника номер 1, 2, детская поликлиника, женская консультация, Петровская и Анастасиевская участковые больницы, а также отделения скорой медицинской помощи продолжают работать в штатном режиме. В поликлинике номер 1 организована круглосуточная работа травмпункта. Терапевтический круглосуточный прием больных организован в Петровской участковой больнице. Роженицы будут направляться в роддом города Краснодара. Пациенты с травмами острой хирургической патологии также будут направляться в краевые больницы, больницу номер 1 и в больницу скорой медицинской помощи.